Смелый призыв болельщиков «Авангарда». 27 февраля на арене «Омск» ястребы сыграют важный матч за выход в плей-офф с Новосибирской «Сибирью». Поклонники команды придумали оригинальный ход в поддержку команды. Слепили снеговика, зажгли десятки тысяч бенгальских огней, растопили снежного персонажа. Смысл действия в особом сочетании слов и цифр. «Топить» на языке болельщиков – синоним слову «поддерживать». 10 тысяч – максимальная вместимость арены «Омск». Мощная активная поддержка должна помочь нашей команде.